Да, вот сейчас они ее ту прошла, ее отрезали. Сейчас вот это следующее подходит, это ее следующее. А? Далеко от 90. Это они, дело в том, что туда тогда. Там все горело. Да, да. А они же там три детей. А мои сырюкинские тоже родственники. Я им позвонил, они говорят, у нас все хорошо. Говорят, это горит, горят плавно в самом городе.